Республика Беларусь – это небольшая, но очень красивая страна, расположенная в центре Европы. С богатой историей, самобытной архитектурой, выгодным географическим положением и благоприятным климатом. Гродно – один из самых древних и живописных городов Беларуси, с населением более 350 тысяч человек. Он находится на пересечении границ двух государств – Польши и Литвы. Здесь в мире, дружбе и согласии проживают представители многих национальностей, вероисповеданий и культур. Гродно – центр экономической, политической, культурной и духовной жизни Запада Беларуси. Это город с современной инфраструктурой, где все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Гродно – это город студентов. На его территории расположены три университета. Образование здесь получают представители из разных стран мира. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – молодое сердце нашего старинного города, крупнейший региональный вуз Беларуси, где обучаются более 20 тысяч универсантов. Система менеджмента качества нашего учреждения высшего образования соответствует международным стандартам ISO 9001. Достижения университета в области качества отмечены премией правительства Республики Беларусь. Университет получил признание не только в Беларуси, но и за рубежом. В рамках международных договоров он активно сотрудничает с ведущими учреждениями образования России, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Германии, Испании, Швеции, Австрии, Финляндии, Китая и других стран. Высшее образование в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы реализуется на двух ступенях – бакалавриат и магистратура – по специальностям технического, технологического, гуманитарного, педагогического, экономического, юридического и IT-профиля. Весь образовательный процесс строится в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, с использованием современной материально-технической базы и информационных технологий. Лекции студентам читают высококвалифицированные преподаватели, доктора и кандидаты наук, а также приглашенные ученые из ведущих стран мира. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы славится качеством своего образования. Здесь обучаются не только студенты-белорусы. Сегодня в нашем университете образование получают иностранные граждане из 24 стран мира. Их подготовка осуществляется как на русском, так и на английском языке. Иностранным студентам Гродненский государственный университет имени Янки Купалы предлагает качественное европейское образование на английском языке по доступной стоимости. В соответствии с существующими программами на английском языке обучение первой ступени – бакалавриат – сегодня ведется по специальностям – финансы и кредит, международное право, туризм и гостеприимство, математика, научно-педагогическая деятельность, программное обеспечение информационных технологий. Срок обучения – 4 года. Для тех, кто захочет продолжить свое обучение, Гродненский государственный университет предлагает на английском языке более 40 специальностей второй ступени высшего образования – магистратуры. В стоимость обучения входит пользование учебной базой университета, современным образовательным оборудованием, лабораториями и библиотекой. Подробную информацию об образовательных услугах для иностранных граждан можно найти на сайте NGRSU.BY. Следует отметить, что для иностранных студентов в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы работает подготовительное отделение, слушатели которого могут не только изучить русский язык для межкультурных коммуникаций, но и пройти курс адаптации к обучению в университетах Республики Беларусь. Для каждого из студентов-иностранцев Гродненского университета предусмотрена гибкая система скидок и льгот при оплате образовательных услуг. Так, для наиболее успешных студентов стоимость обучения может быть снижена до 30%. В университете имени Янки Купалы созданы все условия для комфортной, безопасной и разноплановой жизни студентов. К услугам каждого доступ к безлимитному интернету на территории всего вуза, работа медицинского центра, студенческих кафе и столовых с доступной стоимостью блюд и разнообразием ассортимента. Всем студентам-иностранцам предоставляется комфортабельное общежитие. Кроме того, они имеют возможность проживать в современном арендуемом жилье Еврокласса. Для проведения разнообразного досуга в университете работают многочисленные спортивные секции, тренажерные залы и творческие организации.
Студенты-купаловцы – постоянные участники и победители республиканских и международных творческих фестивалей и конкурсов, спортивных турниров и соревнований. Жизнь наших студентов многогранна и насыщена. Ведь мы не просто готовим специалистов. Наша миссия – выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека и университета в пространстве межкультурного диалога.